Выставка алтайской продукции стала одной из самых популярных на форуме «День сибирского поля 2024» в Павловском районе. Особенно много желающих было пообщаться с представителями Барнаульского пивоваренного завода и попробовать их продукцию. Оно и понятно. Во-первых, всех без исключения угощали здесь разными газировками. Да и список этих напитков впечатляет. Энергетики, изотоники и лимонады. Среди последних, кстати, появился новый вкус – гранатовый. Берут очень часто, и чем отличается, он не химозный. Все говорят, что очень натуральный вкус, как будто бы гранатовый сок, просто газированный. Все очень нравится. Чтобы посетители форума точно не пропустили новый вкус, Барнаульский пивоваренный завод поставил еще одну палатку рядом с фудкортом. Там напиток вызвал не меньший ажиотаж. Очень натурально. Кисленький такой, прикольненький. По 10-бальной шкале сколько вы дали? Твердую восьмерочку прям. Мне кажется, есть куда стремиться. О, ярко выраженный гранатовый вкус, прям натуральный. Кисло или сладко? Ну, не приторно, но сладко. Приятный вкус. Какой бы вкус вы еще хотели бы увидеть в линейке? Придумать, может, какой-нибудь интересный? Мне почему-то первое, что пришло на ум, ежевичный вкус. Не только бесплатная дегустация напитков с новыми вкусами привлекал к себе посетителей стенд Барнаульского пивоваренного завода. Гости могли поучаствовать и в разного рода спортивных играх. К примеру, можно было закинуть мяч в кольцо или поиграть в подобие бирпонга. Смысл в том, чтобы попасть шариками в стаканчики противника. Игры все каждый год разные. Вот нету такого. Вот эта игра в этом году вот первый раз. А в прошлом что было? В прошлом было с кольцом, только перетягивание канатов, вот такой интерактивки разбавляют как разнообразие. Чем только ходить, смотреть, также можно поиграть и выиграть призы на память себе. Не прошли мимо спортивных игр и мы. Решили поиграть в тир. Можно получить напульсник, напиток или даже шарф. Зависит от того, сколько бутылок выбьешь за 3 попытки. Ну, наверное, не так много, но зато приз гарантирован. В общей сложности палатки БПЗ за первый день агрофорума посетило несколько сотен человек. Если считать в выпитых бутылках, то это более 50 ящиков. Кстати, что касается нового гранатового вкуса лимонада, то такой уже можно найти на полках продуктовых магазинов.